идет запись. Мясо для тушенки. Обалденно. 7800 здесь. Ну и все, сейчас по баночкам будем раскладывать. Давай. Нажми куда-нибудь, чтобы она... Так, накидали. Вот она, вкуснотища. Крышечки сейчас будем закатывать. Четырнадцать баночек, я думаю, хватит. Получится бомба. Такое вы еще не пробовали. Так, все закручено. Сейчас несем на улицу. Доставим автоклав. Ну и вперед. А на втором фронте здесь у нас тоже идет работа. Как бы. Вот. Что у нас здесь происходит? Вот они, живительная влага. И тушеночка, и самогоночка. Сейчас все будет тип-топ. Журчит как хорошо. Ребятушки, спасибо, все работает. Вообще балденно. Ну, как должно быть. Все включается, все работает. В общем, печечка бомба. Айнс. Через редуктор, естественно. Много не жрем, но вообще классно. Так, тушеночка готова. Сегодня 11. 9:30 утра. Вон еще жилечко не застыло. Только что из автоклава достал. Вот он, красавчик. Жилейка не застыла еще, вон болтается. Мясная, хорошая. Здесь перчик, лаврушечка. Ну вот что получилось. 14 баночек. Сейчас постоит, уберу. Думаю, неплохо. Как-то так. Обалденно. Все отлично.